Всем привет! Добро пожаловать на наш кулинарный канал. Сегодня расскажу вам, как приготовить мерджимек чорбасы. По-русски чечевичный суп. Есть множество вариантов приготовления этого супчика. Я вам расскажу один из них сегодня в этом видео. Смотрите видео до конца. Я думаю, вам понравится. Для приготовления чечевичного супа нам понадобится красная чечевица 1 стакан, 1 лук, 1 морковка, 1 столовая ложка муки, 1 столовая ложка растительного масла. Здесь у нас приправы: соль, перец, мята и кимьон. Для супа еще понадобится 1 литр воды. Для соуса понадобится сливочное масло и красный сладкий перец. Друзья, кимьон — это тмин на русском языке. Вот, ну и мята сушеная, как обычно. Все, начинаем мы с лука. Как я уже сказала, начинаем с лука. Лук мы нарезаем. Очень много рецептов на самом деле есть чечевичного супа. Даже я его всегда готовлю по-разному. У меня на канале и на кулинарном, и на основном канале можно найти несколько тоже рецептов приготовления. И все они всегда вкусные получаются. Вот, это один из моих таких самых простых, самых быстрых и любимых рецептов. Нарезаем мелко лук и сразу начинаем его обжаривать. Лук слегка обжариваем и добавляем к нему муку. Добавляем муку, размешиваем. Теперь добавляем морковку. Морковку мелко-мелко нарезали, как видите, чтобы она быстрее приготовилась. И слегка тоже обжариваем. И сразу же сюда добавляем чечевицу. Чечевицу я промыла. И сразу тоже выливаем сюда воду. 1 литр воды, как я уже сказала, нам для супчика понадобится. Все, закрываем крышечкой и варим до тех пор, пока у нас чечевица и морковка не разварятся. Суп готов практически. Теперь осталось его взбить блендером. Аккуратненько взбиваем. Если получается очень густой, то можно добавить сюда воды. Хорошенечко взбиваем и делаем соус для супа. Конечно, добавляем сюда специи. По вкусу уже смотрим, посолить что, либо поперчить. Я люблю, когда он побольше соленый. Перемешиваем. Теперь приготовим соус. Добавим сливочное масло. Полностью его растопим и добавим сюда красный сладкий перец. Все, размешиваем, соус готов. Этим соусом мы будем поливать сверху наш чечевичный супчик. Ну вот, супчик и готов. Поливаем его нашим соусом. И, по желанию, лимончик. Всем приятного аппетита! Если понравился рецепт, ставьте лайк, не забывайте. И подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!